Рассказать я хочу о том, что, на мой взгляд, сейчас очень важное. Оно связано с психотерапией, вот, потому что мы с вами оказались в очень специфическом времени. Знаете, вот если посмотреть назад, то оказывается, что когда у человечества все хорошо, оно начинает совершать свои самые отчаянные глупости. Черные лебеди прилетают тогда, когда их не ждешь. Вот. Мы сейчас находимся в периоде, когда мы ждем этих черных лебедей. Вот. Они могут быть самые разные. Вы, наверное, смотрели сериал такой «Есть черное зеркало», где такой знаменитый британский комик Букер рассказывает о том, как технологии, которые приходят в нашу жизнь, изменят наш мир. И он рассказывает о том, как наши внутренние, как бы сказать, такие психологические проблемы и комплексы, наложившись на мощность новых технологий, способны этот мир превратить просто в ад. Вот. Но это такая, как бы сказать, печальная преамбула. Но вот я вам должен сказать, что всякий раз, когда человечество действительно с этими своими хорошими временами встречается и ждет своих черных лебедей, оно начинает воспроизводить концепт, который звучит как забота о себе. И сегодня я хочу рассказать о том, чем я занят сейчас. И хочу рассказать это через призму этого важного философского концепта «забота о себе». Дальше между двумя величайшими войнами, Первой и Второй мировой, в 1927 году, Мартин Хайдеггер возвращается к идее заботы о себе. Здесь у него это такое уже глубокое экзистенциальное чувство. Он говорит про заботу о себе как о вброшенность нашу в мир. Мир нас не ждет, он нас особенно ничем не собирается радовать. Вот. И это наше существование, которое мы должны как-то пронести через это ощущение предстоящей грядущей смерти. И в этом смысле забота о себе у Хайдеггера – это становление человеком в мире, который, собственно говоря, чужд всему человеческому, всему по-настоящему значимому. Вот, значит, вот такова забота о себе между Первой и Второй мировыми войнами. И дальше забота о себе, которая появляется в работах уже Мишеля Фуко, который осмысляет их уже, будучи смертельно больным, у него был ВИЧ, и перед смертью, и эти работы практически не опубликованы. Сама работа «Забота о себе» опубликована, это часть его знаменитой истории сексуальности. Вот. А мысли, которые я здесь привожу, Фуко «Забота о себе», мы вот знаем уже в пересказе, потому что он запретил публикацию «Все посмертные». Фуко – активный участник событий 1968 года, французской революции. Он участник событий, когда мир снова перевернулся. Мир, о котором Жиль Делез, другой французский философ и друг Фуко, сказал: «Мир утратил свой стержень». Мы действительно всю историю человечества жили в иерархических конструкциях. У нас был царь, бог, там кто угодно. У нас всегда был верх, всегда был низ, у нас всегда была жесткая иерархия, была социальная структура там, и так далее. 68-й год показал, когда студенты вышли на улицы и, значит, протестовали против французского правительства, руководства Франции. И тогда же, как вы понимаете, появились хиппи, да, это протестное движение, которое отрицало там американскую такую морализаторскую конструкцию, тоже иерархическую. Вот. Мир утратил свой стержень, мы потеряли иерархии. И вот помните, я начал с заботы о себе как о осознании своей роли в государственности, осознании своей миссии. У Платона, кстати, в диалоге государства есть такая сентенция. Он говорит, что философы никогда не пойдут управлять государством, потому что им это не нужно. Вот, и они считают это глупостью, и они сделают это только если их попросят об этом. Вот, и с осознанием своей гражданской ответственности они пойдут этим заниматься. Вот. Сейчас, если мы говорим про заботу о себе, которая
формируется в обществе, утратившем свою иерархию, мы потеряли возможность возвращения к платоновскому Алкивиаду. Сейчас у нас осталась одна единственная забота. И эту заботу Фуко формулирует как разыскание и сказывание правды о себе. Это вот достаточно, может быть, кажется, странный тезис, но если вы посмотрите на свое поведение в социальных сетях, а все вы так или иначе в них присутствуете, то вы увидите, что вы лжете. Вы лжете искусно, с упоением. Вы ждете для того, чтобы вы лжете для того, чтобы получить лайки, одобрение, для того, чтобы сформировать свой имидж, неважно, в глазах друзей, бывших одноклассников или собственных пациентов. Вы создаете образы, симулякры самих себя, и вы это делаете, не осознавая этой лжи. Потому что, ну, конечно, у меня есть масса фотографий, и лучше я положу ту, которая, где я выгляжу получше. Я вас всех хорошо понимаю. Вот. Мы все оказались в мире этого бесконечного симулякра. Да? И фундаментальная трагедия поколений, вот, поколение Y на его излете и поколение Z, с которым мы сейчас все больше и больше будем иметь дело в качестве психотерапевтов, вот, потому что дети, выросшие в цифровой среде, приходят сюда. Да, это знаменитое завышенное ожидание. Все смотрят в Инстаграмы, в Фейсбуке, ВКонтакте, видят жизни, которой нет у тех людей, в чьи аккаунты они смотрят. Но все думают о том, что вот мне-то не получилось, я у яхты не сфотографировался, я в этих ресторанах не был, я у этих водопадов не стоял и так далее. И вот она, моя никчемная жизнь. Вот. И эти новые депрессии из-за того, что у вас нету лайков, нету одобрений и нечего запостить, так сказать, в социальных сетях. Новая фантастическая реальность. Мир действительно утратил свой стержень, он утратил свою социальную структуру. Мы разобщены. Мы индивидуализированы, и при этом мы абсолютно гомоморфны. Мы все одинаково лжем. Вот. Рассказывая эту про разыскивание и сказывание этой правды о себе, сейчас, мне кажется, самое сложное, но самое важное для того, чтобы мы сохранились, как люди, которые, собственно говоря, представляют собой ценность для кого-то другого, ну и для самих себя в частности. Все это, конечно, сейчас в значительной степени отягощено той ситуацией, в которой мы находимся. Вот. Мы находимся в драматической ситуации, где цифровая зависимость и информационная интоксикация оказывают самое негативное воздействие на человека. Значит, он пребывает в перманентной такой умственной жвачке, перемалывает вот эти информационные потоки, ничего в этой голове не остается, потому что навыки мышления утрачиваются. Я сейчас приведу вам данные исследования. Это Арик Сигман, член Британского королевского общества медицины. Значит, вот данные, которые, мне кажется, не могут не шокировать. 1 год жизни целиком, 24 часа в сутки, провели у экранов, мониторов, компьютеров и гаджетов современные 7-летние дети. Год жизни из 7 лет уже прошли, по сути дела, в виртуальной реальности. 4 года жизни, 24 часа в сутки провели в гаджетах, социальных сетях и прочем молодые люди, которым сейчас 18 лет. 8 часов в сутки в среднем проводит за экраном современный человек. Если мы посмотрим на динамику того, как мы поменяли человека на гаджет, то вы увидите, что в 87 году, вот, ну, это данные международные, да, 4 часа это был телевизор. Это среднее время пребывания человека со включенным телевизором. Вы помните, раньше люди приходили, включали его как фон, и он постоянно работал в квартире. 6 часов времени люди проводили лицом к лицу, общаясь и взаимодействуя. Сейчас у нас с нами 2018, да, год. Вот. Здесь данные по 2007 году. С людьми 2,5-3 часа,
с гаджетами и экранами 7-8 часов. Мы оказались в конструкции, при которой мы полностью порабощены компьютером, компьютером, гаджетом и так далее. Мы находимся в состоянии постоянного потребления. Сейчас уже выпускаются симуляторы айфона. Вы знаете по себе и по своим пациентам, когда у них возникает свободная пауза, они пытаются сразу ищут, где телефон, и начинают его крутить, вертеть, значит, что-то там нажимать, смотреть приложение, смотреть обновления там, и так далее. Вот. Это настоящая цифровая зависимость. Я не стал здесь проводить много цифр, хотя, в общем, они сейчас пугающие, и мы видим уже нейрофизиологические исследования. Лидером поэтому является Южная Корея. Там уровень цифровой зависимости самый высокий в мире, достигает 20%. Значит, все это имеет нейрофизиологические корреляты. То есть речь идет о 15% утрат нервных связей, нейронных контактов между клетками коры головного мозга. Речь идет о формировании таких паттернов, которые характерны для наркотической зависимости вот, и на биохимическом, и на нейрофизиологическом уровне. Эти данные уже доказаны. Это я говорю о данных 2017 года. Здесь этим слайдом я хочу вам продемонстрировать, что существенная проблема этой нашей гаджетозависимости состоит в том, что мы с вами перестаем думать, делегируя свои мозги этим гаджетам. И у нас есть субъективное ощущение, что мы очень много всего помним и знаем, но упаси Господь кого-нибудь начать нас пытать на предмет того, что мы помним и знаем. В этот момент мы сразу обнаружим свою очевидную дефектность. Проблема состоит в том, что у мозга есть специфическая особенность. Если он знает, где он может достать знание, он считает, что он этим знанием обладает. При наличии Facebook, Google, Яндекса там, и так далее, и это исследование проводилось на молодых людях, вот, они в полной уверенности, что они все знают, что они могут узнать в интернете. Но это неправда, эта информация не хранится на их серверах. То же самое и с пониманием. Если вы посмотрите, как современные дети пишут свои бесконечные рефераты в школах, они скачивают Википедию, глупую, бессмысленную Википедию, в которой прекрасно структурирован материал. Раньше, когда мы читали книги, мы должны были вынимать содержание из книг и структурировать его внутри собственной головы. Сейчас этого не нужно делать, потому что вам сразу дают весь материал, проработанный. Вот вам основная идея, вот вам историческая справка, вот вам источники, вот вам суть. Значит, мы перестали думать, мы перестали выбирать, мы перестали ориентироваться на местности. Количество функций, которые мы отдаем гаджетам, кажется, главный сейчас интеллектуальный навык, который у нас еще как-то сохраняется, это как освоить новую структуру помощи в гаджетах. Вот. А все остальное это вот уже за гранью нашей возможности. Значит, вот мы находимся сейчас с вами вот в таком распрекрасном времени, вот, и мы, люди, реально глупеют. Да? Два новых диагноза. Это кровь цифровой зависимости, которая является такой тотальной. Это цифровое слабоумие. Я уже могу сюда говорить, да? С эхом. Вот. Это цифровое слабоумие и это информационная псевдодебильность. На прошлом форуме я рассказывал подробнее, что такое информационная псевдодебильность. По большому счету, это состояние, при котором люди разучились мыслить глубоко и объемно. Они разучились строить сложные карты реальности. Я думаю, что вы это в определенном смысле замечаете по своим пациентам, потому что они иногда творят такие странности, что это не особенно укладывается в голову, как можно это делать, и потом на здравом, так, в трезвом уме и здравом памяти спрашивать, что дальше с этим делать. Вот. Но я вам должен сказать, что даже эволюция нашей когнитивно-поведенческой психотерапии, которая от, в общем, достаточно серьезной такой аналитической работы, в которой она была изначально, когда ее создавали основатели, так скажем, современного видения когнитивно-поведенческой психотерапии, типа Эллис, Бека там, и так далее, который требовал от пациентов рассудочности, рефлексии, здравого рассуждения
объективной оценки ситуации. Да? Вот. Сейчас мы перешли в третью волну, которая представляет собой битие по бубнам, вот, и впадение, значит, в состояние транса. Ну, нейрофизиологически это, в общем, работает. Да? ФАРП доказал в 2008 году это исследование, что если мы медитируем, то у нас включаются те области мозга, которые являются антагонистами так называемой дефолт-системы мозга, которая отвечает у нас как раз за мышление. Вот. И если мы уж думаем глупо, то лучше не думать вообще. Вот. Поэтому, в общем, медитация должна немножко помогать. Вот. Значит, ну вот я считаю, что это сейчас самая важная и самая большая проблема.